Алексей, да. Вы обещали вернуться в армрестлинг. Уже вернулся. Уже тренируюсь, да. Вчера были, ну, как мы, собственно, тренировались с Денисом Цыпленковым. Вы его выиграли? Нет, у нас был спарринг. Собственно, то он, то я, это как бы, знаешь, это, как тебе сказать, даже если у меня будет возможность и необходимость с ним бороться, я или откажусь, или мы как-нибудь просто разыграем красивую борьбу. Мы с ним бороться никогда не будем. Мы, собственно, скажем, продукт одного тренера. Вот, мы как бы друзья, и в принципе нам что-то друг другу доказывать неинтересно. Если с кем-то побороться, да, допустим, сборная там России против сборной там Китая, ну, гипотетически, вот, было бы интересно, вот, но не в этом случае. То есть мне не хочется бороться именно с Денисом, это однозначно, мы с ним спарринг-партнеры.